Дорогие друзья, в этом видео я покажу, как выглядят сегодня те самые кинотеатры, куда мы ходили смотреть фильмы в своем детстве, юности или в зрелом возрасте. Многие из нас, наверное, даже помнят, какие фильмы мы там смотрели. Сейчас кинотеатры стоят либо заброшенные, либо вообще исчезли, и на их месте уже что-то другое. Начнем наш обзор с кинотеатра «Дружба», располагавшийся на улице Академика Павлова, сейчас Ольгиевской. С 2003 года здесь находится Дом клоунов, театр «Маски». А это кинотеатр «Одесса», наверное, самый известный, популярный в свое время кинотеатр в Одессе. С 5 залами на 3 этажах и еще один зал во внутреннем дворике. По улице Горького, сейчас Спиридоновская. С 2015 года выставлен на продажу. Стоит закрытый уже более 20 лет. Теперь от кинотеатра «Одесса» пройдем 100 метров через улицу Советской Армии Преображенскую на улицу Розы Люксембург Бунина, номер 42. Здесь был кинотеатр, детский кинотеатр «Смена». Билеты стоили 10 копеек. Возможно, кто-то из вас еще водил своих детей сюда. Напротив пожарники, полиция, и там вдали виден, невдалеке, 100 метров отсюда, кинотеатр «Одесса». Вот так сейчас выглядит бывший кинотеатр «Смена». А на углу Чичерина и Челюскинцев, сейчас Успенская, Кузнечная, рядом с баней Исаковича был кинотеатр «Зирка». Сейчас здесь отель «Зирка». А на углу Советской Армии и Карла Либкнехта, сейчас это Преображенская, угол Греческой, был кинотеатр имени Горького, прямо напротив Соборной площади. Закрылся еще в 1995 году, с тех пор стоит в заброшенном состоянии. Некоторое время в нем было казино, но потом оно закрылось, и вот он так и стоит пустой. А теперь от бывшего кинотеатра имени Горького пройдем 100 метров по Греческой улице в сторону Греческой площади к бывшему кинотеатру имени Котовского, который находится в непосредственной близости от Русского театра, детского магазина «Антошка» и торгового дома «Галерея Афины». Вот это вход, бывший вход, бывший кинотеатр. Сейчас здесь библиотека болгарской книги. Вот это здание, где находился
кинозал, кинотеатр. Это задняя стена кинотеатра. Вот этот балкон с лестницей, это был выход из кинотеатра на Греческую площадь. Теперь пойдем на Дерибасовскую. Здесь напротив Гамбринуса через дорогу был выход из кинотеатра «Хроника», который располагался на первом этаже справа бывшей гостиницы «Большая Московская». С левой стороны был магазин «Золотой ключик». Сейчас на этом месте реконструированная копия этой гостиницы. Напротив здания бывшей гостиницы «Большая Московская» был кинотеатр имени Маяковского, затем кинотеатр Уточкина, и сейчас здесь ресторан-столовая. Здание в очень хорошем состоянии и сохранило свой облик. А это кинотеатр «Украина», бывший кинотеатр «Украина» на улице Ленина, сейчас Ришельевская. А здесь на улице Карла Маркса 27, сейчас Екатерининская, находился кинотеатр имени Фрунзе. Сейчас здесь торговый центр «Кадор». На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу прогулку в прошлое. До скорых встреч!